Не так давно вышел фильм «Идущие к черту». Это разоблачение битвы экстрасенсов. Да. Да? Это огромный документальный фильм с огромной журналистской работой. Как ты думаешь, вот первый вопрос, кому это надо было? Людям. Которым не верят, которым надоело. Я думаю, что это нужно было людям, чтобы они смогли себя обезопасить и к тем, кого там показали, не прийти. Я очень рад, что вышел этот фильм. Вот прям могу сказать так, честно, то, что показали в этом фильме, это вишенка на торте, но не сам торт. Это просто вот, не знаю, верхушка, это цветочки без ягодок. Вот то, что показали в фильме, умножьте на 117 миллионов раз, и это будет правдой.